众所周知，在多人模式里，一喷虽然有高伤害，但射击间隔太大，腰射并不如 JK12 实用。而且大家都知道，霰弹枪基本上只有在近距离优势，在中距离就很吃力。就当我以为一喷已经不行了的时候，我突发奇想，如果用它搭举镜怎么样呢？当我全叠举镜再去测试的时候，我真是小刀拉屁股开了眼了，20米也能两枪倒，而且视频还有高概率一枪就倒，就算你运气再差，最多也就两枪。就连全叠举镜的打困者20米的伤害，看到一喷也得自愧不如。而且现在大多数人都在打战场做哨前活动和冲锋吧，你再看看战场的一喷，你们就看这波，我残血了，还吃了俩冲击，他们直接就过来忙我。结果你们再看看这伤害 ，JK12 做得到吗？那么话不多说，直接给大家上配件好吧。这套配件就是多人的举镜流，强不强用了就知道了。这套就是腰射流，多人战场都能用，战场近战用它直接乱杀。OK， 接下来我们直接赛一出大师局和传奇战场局实战，还请大家耐心观看。Скажи, ну тебе, чтобы спросить, ты мне дашь, снова ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь, снова ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь, снова ты мне дашь, ты мне дашь, ты мне дашь, снова ты мне дашь, ты мне дашь. Дай мне слово, ведь я там мода, там мода, мода, дай мне слово, ведь я там мода, там мода, мода.Мне слово, ведь я тамада, тамада, дай мне слово, ведь я тамада, тамада, дай мне слово, ведь я тамада, 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 дай мне слово, ведь я тамада, 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 дай мне слово, ведь я тамада, тамада, дай мне слово, ведь я тамада, тамада, тамада.Это там запах, и попивать, а на празднике жизни пора зажигать. Транспорт горит, всякий дымит, не